Смотри, у нас здесь есть вот такая вешалка, и мы здесь можем его переодевать по-всякому, Милана. Папа, давай его переоденем. В Бэтмена мы даже его можем переодеть, ты представляешь? Нет, папа, в другой. Давай его переоденем вот этого. В макароны? Да. Тут макароны? И пойдем вот так вот. Ничего себе. О, смотри, еще какие есть. Есть улитка, которая играет по... ходит в походы. Улитка-турист. Папа, давай этим пойдем. С макаронами? Да. Давай, нам хочется вот так. О, смотри, теперь он у нас так идет. Ну что ж, друзья, всем привет. Мы продолжаем с Миланой играть в улитку Боба. И он макароны. И он макароны. Мы сегодня его одели в макароны. Сейчас посмотрим, будем ходить с ним с макаронами. Так, мы остановились на 6-м уровне. Мы там в каких-то джунглях были. О, ничего себе, у нас макароны. О, куда дверь от нас ушла? Ничего себе. Макароны. Макароны. А дверь-то от нас уходит и отсюда уйдет. Это какая-то магия. Это что такое? Так, я собрал пазл, Милаша. Звезды давай, помогай искать мне. Макарончики. Улитка макароны. О, вот звезда. Раз. А, так. Так, так, так. Одну звездочку нашел. Где вторая звезда? Кто видит вторую звезду? Я. Ну говори. Она должна быть где-то тут. Очень хорошо, что она сковывалась. Это понятно. Вопрос где? Так, ну-ка иди сюда. Так, сейчас мы вот сюда на мостик этот пройдем. Иди-ка туда. Улитка макароны. Улитка макароны. О, вот наша вторая звезда. Вот здесь. А здесь, глядишь, и третья. Ой, так я же здесь не нажал. Ах, как жалко. Вот надо было здесь нажать, наверное, здесь была бы звездочка. Милаша, а мы уже скатились вниз. Ну ладно. Хоп, нажми. А все уже. Собрались. Ого себе! Двери-то уходят все время от нас. Это что такое? Сейчас здесь тоже уйдет? Нет, здесь уже не уходит. Это какая-то что за магия? Дверь постоянно от нас прячется. Улитка макароны. Ого, это что за улитка пират, что ли? Смотрите, да. Одноглазый пират. Улитка Боб пират. Что он делает? Он злой или добрый? Давай подойдем, посмотрим. Так, сначала сейчас звездочки соберем. О, золото тут. Где золото? Вот, пиратина золото. Да. А, ну-ка давай пойдем к нему. Что ты нам сделаешь? Лопату, говорит, давай мне. Ну вот твоя лопата. А, я ему должен помочь лопату. Так а ты отодвинься. Что, ты не хочешь отодвигаться? Ну ладно. И что нам делать? А, вот как ему надо лопату скинуть. Вот, Милана, смотри, я ему помог, скинул лопату. Так, теперь я иду дальше. Нажимаю на эту кнопку. Он пошел дальше. Вот, мы его привели к его золоту. Смотри, как он рад. Открыл сундук. Что там, он нашел что-то у себя? Застрял в своем сундуке. Ох, и золота у тебя-то сколько. Ну, конечно, это же пират. Ну да, у него много золота, да? Звездочка! Где? Вот. Точно! Так, три звезды, Милаша, молодец. А, что делать надо? Ага! Падаем сюда и идем. А он что-то там в своем золоте ковыряется, а мы пошли дальше в дверь. Улитка макароны. Так. Может, другого переоденемся? Давай. Давай, в кого переоденемся? А где видео? Так, сейчас мы к себе домой придем. Давайте переоденемся в кого? В кого? Может, вот в такого? Нет. Смотри. Нет. Можно вот в такого? Нет. Туда повернись. Туда? Да. Я хочу вот этого. С уточками? Ну, давай.
Милана хочет с уточками. Улитка с утками будет у нас. Так, где мы находимся? Ну да-да-да, мы после душа. Все мыльные. О, здесь есть вот такая пушка. Ого себе. О, пазл. О, звезда. Так, звезду и пазл. Одну звездочку я собрал. Где еще звезда? А другая огонь. А что делать надо? А, Милаша, смотри. Сейчас а тут я... огонь. Во. Стоять? Вот сюда падать нельзя, да? Да. Тут огонь. Во, смотри, вот я сюда переместился. Так, сейчас развернусь. И что, нажму? Ага! И тут звездочка, вот она. Улитка с ванной. Улитка после ванны. Мы замерзли. Да кого? Она в джунглях не замерзнет. А вот и третья звезда, Милаша. Так. Стоять, Тарзан. Иди сюда. Точнее, стоять, улитка. И мы прошли, Милана. Мы с тобой прошли. Давай пятерку. Сильнее давай пятерку. Еще я. Пятерку головой? Пятерку языком? Так, что тут у нас? О, опять наш дружок-муравейчик. Что-то нам сейчас тут будет помогать. Папа, это что? Давай посмотрим. Где? Вот это. Вот это? Я боюсь, что это нас может током ударить, Милана. Это тебе не шутки. О, звезда. Какой-то ток. Ток. О, это что за мячик? Какой-то шар. Деда, непонятно, что это за... Так, муравей, а чё? Я перепутала, сказал, что ты деда. Деда. Так, подожди. Звездочка. Точно, молодец, спасибо тебе. А как нам этот ток убрать? На эту кнопку? На какую? На эту синюю. А, Милаша, смотри. Вот, точно, пушкой надо толкать этот мячик, и он сейчас нажмет на кнопку. Вот, погас наш ток. Вот как, оказывается, проходить здесь этот уровень. И мы собрали три звезды. В принципе, у нас пока получается все очень помогла. Хорошо. Ты мне очень помогла вообще. Молодец, здорово. Два ваза. Да. Вот звездочка. Ой, кто прячется? Смотри, глаза стоит. Звездочка. Где? Вот. А, под вот. Этой улиткой маленькой? Да. А, еще где-то пазл здесь должен быть. Смотри внимательно. Звездочка. Вот третья звезда. Пазл. А, вот пазл. Все, Милаша, все собрали. Мы здесь... Ого! Ага! Ой, подожди! Назад! Здесь вот смотри, какие штуки! Их надо менять! Вот, смотри, как они крутятся! Так, если мы сейчас перевернем, мы можем упасть! А ну-ка еще раз! Так... Потом так. А, нет, давай, пойдем так. Разворачивайся. Вот. Так, и где мы окажемся? Ага. Стоять. Нажимаем на кнопку. Открыли там ворота. Этого дракошку снова прячем сюда. И идем вот сюда, в нашу дверь. Есть, классно. Пока у нас с тобой все здорово получается. Па, посмотри. Что? Мы собрали пазл. Интересно, а какой в джунглях попадется главарь? Там у нас попался... Пу. О, это что за лицо? Видела? И под ним пазл оказался. Лицо. Лицо куда-то упало. Звездочка. Да, синяя звезда точно здесь. И здесь под этим все время жуликом или кто он там, звезда. И... А где еще? Еще одна звездочка, третья. Мне что-то напоминает. Она где-то где-то спряталась. Где она? Надо забыть. Вот, она, скорее всего, в этом окошке. Как нажать только на эту кнопку?
Эй, и подожди, давай спускаться на этом лифте. У нас тут такой есть лифт модный. Вот, и вот наша звездочка. А как нам на эту кнопку нажать? Ух ты, съел наш этот дракончик. Ты что не нажал? Я вот что-то забыл. Лицо. Опять это лицо. Это маска какая-то. Давай там свалим эту маску, там пазл под ним. Так, давай спускаемся, значит, тогда на нашем лифте. Берем звездочку. Давай пока снова поднимаемся. Папа! Ау! Это какое-то безобразие. Почему? Ну, потому что в Шрек-замке были безобразия, потому что там они на нас сидели. То пуфки, то лазеры, безобразия. Это ты имеешь в виду в красном, в Ред-Бале, который? Да. А, о, смотри, лягушка свалилась. Ого! Ничего себе! Вы видели, какой у нее язык длинный? Вот это да! Она пыталась спасти себя язычком, захватиться, но, к сожалению, она упала. А мы проходим этот уровень. Зябка. О, нам открылась новая улитка. Доктор. Мы можем переодеться. Давайте в доктора переоденемся. Нет. Смотри, мы будем доктором. Улитка доктор. Я хочу Бэтмена. Бэтмена? Давай Бэтмена. Да. Не проблема. Где Бэтмен наш? Вот, улитка Бэтмен. Вот это у нас модный. А давайте в этого. Улитка Майнкрафт? Да. Ну, давай. Ну, милаша, у тебя и выбор. Так, что тут? Улитка Майнкрафт. Улитка Майнкрафт. Смотри, здесь есть такой цветок, в нем звезда. Ух ты, милаша, тут уже какие-то, я не знаю, уже сложности прям идут. Ба. А. Нам потому сложности. Почему? Потому что мы перебежали. Ау, нет, нет. Папа, потому что мы перебежали в какого-то главаря. Какого-то главаря? Да. Слушай, а как нам здесь? Я что-то не могу понять. Так. Папа! Я если его сейчас сюда подвину, он меня скинет вниз. Ага. Так. А сюда? И мы же улетим. Ну, понятное дело. И мы начнем сначала. Что-то тут сейчас сложно. Что-то тут мы перемудрили. Надо нам сначала вот так. Так, давай в цветке возьмем звездочку. Нет. И вот звездочка. А ты видишь еще третью? Я вот ее не могу найти. Ох ты, кто тут змея? Ах, как же я ее не заметил. Милана, она сожрала змея. Ты что? А самое главное, звездочка. Фуф. Какое-то лицо, там маска какая-то. Где? Ну ты лони в ее. Так, стоять. Папа, мы же приближаемся, осталось чуть-чуть и уже приближаемся. Да, мы приближаемся, осталось действительно чуть-чуть. Так. Ах. Слушайте, а как здесь пройти? Ну да, слушайте, как тут пойти? Слушайте, что-то тут сложно. Слушаю. Слушаешь? Давай помогай папе. Па. Ау. Ну я вообще не могу понять. Вот куда смотри, мы здесь нажали. Вот это если мы открываем. А, так, потом мы. Опа. Ага, все, я понял, Милана. Вот сейчас мы здесь. Остановились. Так, осторожно, тут огонь. Давай соберем, попробуем третью звезду. Все.
Все, понятно. Только единственное бы теперь собрать третью звездочку. Так, вот так давай нам двигаем. Разворачиваемся. И здесь мы отодвигаем, и есть мостик. А, вот и третья звезда. Все, есть. Классно. Йо-ху, как он радуется. Так, ну что ж, давайте соберем звездочки. Сначала. А тут что за ток? Сейчас мы, если сюда нажмем... А, вот звездочки. Папа, давай посмотрим. Ага, дверь исчезает. Вот это да. Давай посмотрим, папа. Давай посмотрим. Она убегает от нас? Ух ты ж! Ай, надо было ее пушкой пулять, эту жабу. Я не успел, Милана, давай заново. Так, давай посмотрим. Давай посмотрим ток. Что посмотрим? Ток? Да. Ты хочешь посмотреть, как нас током ужалит? Да. Ой, это больно, зачем? Ну, хочу посмотреть. Ну, не знаю, давай. Ау! Вот так улитку током ударило. Ну, а теперь давай играть. Так, значит, смотри, что нам тут надо делать. Давай вот, у нас тут есть пушка. Давай звездочки найдем. Раз, звезда, два, а вот и третья. Третья. Так, здесь есть еще вот такой камень. Перелетаем сюда. Ого, дверь наша исчезла. Идем к ней. Жаба! Вот так мы ее подпалили. Пушкой стрельнули нашу жабу. И вот тут наша дверь. Надеюсь, не уйдет она от нас? Нет, в этот раз не уходит. Вот так мы прошли последний уровень. Давай посмотрим, что Давайте дальше. Посмотрим сейчас, что дальше. И на этом мы уже закончим. И дадим 5. И 5. И дадим 5. А дальше нас ждет... Ух ты, тут какие-то камни уже. Посмотрите, они поднимаются кверху. Яйцо какое-то здесь, звезда. А, они нам мешают вот эти камни вон подрывать вот так из пушки. Ну что ж, друзья, мы это уже продолжим в следующем уровне. Папа! Мы уже приближаемся к главарю. Мы приближаемся к главарю уже, да. Ставь лайк и подписывайся на канал Винтерс Мимана. Ставьте лайки. Всем пока-пока, друзья. До новых встреч.